Куйза Вермишельный Вархаммер, вторую часть. На связи Чандр Ульмина. Здравствуйте. Либо свою игру будем идти, либо через быструю. А что мы прошли, кстати? Отель. Отель? А, отель. Ой, да, кстати, мы прошли акт второй. Ну, давай через быструю. Ничего здесь, правда, не нашли. Ну, правда, два загубленных искусства. То есть это уже окей. Самое большое вот здесь вот мы три находили. Так, ну поехали. Быстрая игра, там бонусы дают все-таки за быструю игру. Побежали. Оружие... Хотя оно вроде... Но оно, видишь, я иногда буду вперед бить. Можно через всех проносить. Может быть, но это не широкий размах. К сожалению. И так я вот, видишь, колю, заряжен. Хотя вот так вот размах. Раз через райц. Раз через райц. Империя в огне. Была уже? Или нет? Не помню. Городок превратился во что-то. Если это поле, то было. Это поле, это было. Хотя поле-то у нас было именно поле. А это, наверное, вторая часть. Так. Не, если обыскивать, конечно, каждый клочок земли здесь, это, ну, такое. Мы уже обыскали поле. Не перепрыгиваются препятствия, которые явно невысокие. Грустно. Так, ну на огненного точно внимания не обращаем. Если имя написано по-русски, это уже звоночек. Да куда оно пришло? Никуда оно не пришло. Ну, иди сюда. Вот здесь запрыгнул, кстати. Так, нам нужны фолианты. Нам нужны гримуары. Гримуар я вообще так и не видел. То есть мы тогда как-то нашли гримуар. Кто-то из команды нашел и все. Так и не увидели гримуар. Ну-ка, что в этой части? Прохода нет, к сожалению. Что такое? Да я смотрю, как летают. О, опять ураган. Мужчина, серьезный. Да, серьезное намерение. Несколько мужчин. Пробиваю броню, это не для этого. Она точно не пробивается именно? Не знаю. У нас есть погибшие уже. Так а, это ясно. Это же имя написано кириллицей. Кто бы сомневался. Мне скоро ящик пригодится уже. Тот смеется. О! Ясно, тот смеется. Босс? Да, а у меня патронов уже не осталось. И босс через калитку. Где босс-то? Да вот он. Он перелез через забор, ага. Что ли? Ау.
Все, готово. Забили? Да. Висельников снять нельзя. Блин, надо вот этих вот толстяков убивать-то. Ну, все уже. Но он испаряется, в том-то и дело. У меня боезапаса нету. Он сейчас появится где-нибудь и начнет душить. Дайте боезапас-то. Вот я прошу. У нас там бронированных два, плюс босс. И раз, и боезапаса нету. Что такое? А потом, когда вообще проблем не будет, скажу, нате вам ящик. А потом еще нате вам ящик. Рядышком прям. Смерч я люблю. Я убираю. Хорошо. Толстяка? Хорошо. Я не вижу, пока мой луплю. Я просто луплю. Тут-туда. Дайте с боезапаса, пожалуйста. Ты знаешь, мне кажется, может быть, где-нибудь вариант. Помнишь в библиотеке, когда эта девчонка сильная была? Да, где-то вот так вот, прям на полочке сверху. Может быть, в лесу было на ветке где-то, знаешь? Ты же не даешь пояснений. Не даю, и правильно делаю, и буду так делать, продолжать. Не 47 минут же бегать. Так. И куда нам надо? Там вон есть ребятки. Здесь есть лестница, значит, нам сюда надо поискать. Бомба у меня есть тоже. Хилки. А хилки тоже есть. Вылечись. Мне не нравится искать это все. Оно не должно быть как-то вот неизвестно, есть оно, нет его. Если написано 3, оно должно быть 3, оно должно быть каких-то, ну, более понятных. Я еще боеприпасов. Хашашин меня убивает. У меня патронов нет. Ну, ящик же есть. Лечебный отряд, что он желтый. Так, где-то яд. Да, да, уже убили, видимо. После этого. Еще ящик. Так, фолиант. Да? Я возьму. Хорошо. Я лучше только выпью сразу. Возьму фолиант. Все. Мне, в принципе, хилки-то почти никогда не нужны. Угу. Что я с фолиантом? Империю бы сюда добавить. Она есть уже у Вахи-то. Я знаю только 40-тысячный Вархаммер. То есть для меня вот этот Вархаммер, он не Вархаммер в принципе. И близко нет. Паду, попал. Давайте мне так. Там что-то есть. Там что-то есть. Да. Он есть. Кто он?
Это не там. Я не знаю, как туда попасть. Куда? Вот туда. Вон, там что-то есть. Сейчас. Через окно? Нет. Взрывом, может, там открывается? Непонятно. Посмотрю. Да нет, взрыв ничего не открыл. Или открыл? Открыл? Серьезно? Ну это секретный... Гримуар! Это был гримуар. Хорошо. Все. Три... Выбросила фолианты. Фолианты, да. Огонь. Где огонь? Рядом со мной шебуршит, к сожалению. Скоро погибать буду, видимо. Там, а почему у нас ХП снизилось? Я не знаю. О, боезапасы. Так, ну гримуары спрятаны. Логично. Как фолианты. Нет, именно спрятан. Он через секретку был. Там нужно было проломить стенку при помощи бочки. Но должен быть наплыв, по идее-то. О, нет, это ящик. Боезапасы. Так, это спуск вниз, лучше нам не спускаться пока. Что-то происходило там. Да, я видела. Ну, не должен был умереть. Шебуршит, хашишин. Так вот тут-то и вопрос, скоро, не скоро. Там нет спуска. А ты как-то поднялся? Ты разве не а я не падал, нет. Ладно. Все, идем. Они с кем-то дерутся, что ли? Угу. Там внизу что-то есть. Ну, мы скорее дойдем до туда. Возможно. С боссом дерутся? А как они туда вышли? Тут они... Огненная крыса какая-то. Что у них там происходит? Непонятно. Не торопись, говори. А, мы что, мы не торопимся. Ну, видишь? Пришла, убила, что вы тут? Рассусоливали. Вот-вот. Чё сусолили? Ну так это же имя написано на кириллице. Нашла. Куда идти? О, трофей. Трофей? О, это мои. Трофейные игральные. Зельки. А, вот это вот оно и было. Угу. Это оно и было. Угу. Так, это я возьму. Это я возьму с собой. Все. Я знаю, ну, почему у нас ХП отнялось. А. Это четвертый слот, это гримуар. Смотри. Видишь? А-а-а. Да. Понятно. Кто-то наверняка сейчас в комментариях. Ой, ну вы тупые. У вас же видно, что там на четвертом... Не видно. Не видно, ребят. Играем-то мы в игру эту вот только-только, не так давно. Мы еще не успели всех этих моментов изучить. Да масло Аннушка разлила. Мы все на него подгорели. Да.
пироман юный. Толпой ходите. Чтобы Хашишин не убил. Во, Хашишин, как раз. Замечен. Ничего, танк на себя взял, все в порядке. Какое мясо прям. Душнило. Просто. Половина тела остался. Еще 11 патронов осталось. Не трать на мелочевку. На мелочевку ты не трать. Да я переключалась, она не переключилась. Не пролази. Так, обыскиваем. Есть что? Есть что? Есть что? Где там Алекс-то? Идет? Ну щелкаем же, ну. Все. Так, дальше. Это отхилка. Наверняка где-то в соседних домах будет что-нибудь. Но здесь хотя бы понятно, это не поле. Поле, по-моему, худшая карта, которая только у нас была. Там вообще непонятно было, где искать. Да, можешь полечиться, взять эту хилку-то. На Гачимена не обращаем внимания. О, и ящик боеприпасов. Гримуар. Блин. Где? Я его вытащу. Убери обратно. Мальчик, убери. Мальчик. Убери обратно гримуар. Мальчик, ты же дебил. Мальчик. Ладно, я понял. Ну, это мисклик, понимаешь, он взял, и он теперь доволен. Будем ждать, пока он совершит эту ошибку. Там же будет отлетать теперь постоянно. Будем надеяться, что так можно. Можно. Когда умирает, хилки вытаскиваются. Поэтому нормально все вытаскивается. Да? Хорошо. Стенка выглядела, как будто ее можно сломать. Она отличалась от других. Ой, тут невидимая стенка. Невидимых стенок здесь миллион в этой игре. Вот уж на что разработчики точно не поскупились, так это на невидимые стены. Mm-hmm. Привет, ребят, кто подсоединяется, всем добро пожаловать. Там что-то зеленое было? Понял. А как ставить-то? Левая кнопка. Левая кнопка. Понял.
Зачем открывать двери, если можно сломать? Блин, эти сундуки обманки, конечно. Там ничего нет. Там... Мужик лежит. О, сбрасывает фолиант. Кто бы сомневался. Он поднимает, он подбирает его снова. Осталась последняя бочка. А тележка-то катится. Или не катится? Не, не катится. Пока мы не рядом, она не катится. Тогда окей. Бочка-то где? Где бочка еще? Куда-то выход. Или вход. Видимо, выход. Или потому что... Сундуки, конечно, вот эти. Вот именно. Что женщина должна выходить? Все, говно. Ну все, осталось только запихнуть последнюю бочку и все. Посматриваю по сторонам. Давай, давай. Где-то еще будет фолиант. И еще фолиант. И еще гримуар должен быть. Хотя кто его знает. Непонятно, конечно, в этой игре этот момент. Нет, сыр. Сыр. Я застрял, кстати. Где? Вылез. Бежим? Ну, побежали. А куда бежать? В какую сторону? В сторону взрыва? Видимо. Тут вот закрыто. Ты отходи хотя бы задом. Да пытаюсь. Бежим. Куда бежать? Я не знаю. До забора мы дошли. Мы здесь были уже. Мы отсюда приходили. Мы в другую сторону бежим. Гримуара нет. Но сюда опять невидимые стены. Идите в жопу. Ну вот невидимые стены — это грустно, ребят. Прям вообще грустно. Возможно было ограничить. Но это крайне низкий уровень разработчика, если он ограничивает невидимыми стенами. Плохой геймдизайн. Силы. Что возьмешь? Фиолетовые свои зельки. Где-то накурено. Главное — следить за дурачком. Если он потеряет гримуар, надо будет подобрать, потому что он может потерять, ему нет доверия. Куда-то можно явно. Ну ладно, поехали. Опять желчный. Ну, поехали.
Он жрет. Боеприпасы 0. Трофейную игральную кость. Хорошо. Все, разбредаемся по городу. Как игрушка, в целом ничего, но, если честно, подзадалбывает поиск фолиантов. Потому что ты не понимаешь, где искать, чего искать. А уже вот это вот от мяса, ну, приелось, скажем так. То есть мы поиграли вот пару часов. И... ну, такое. То есть это не игра, которую вот хочется на постоянке играть. Хочется там пройти до какого-то этапа. Ну вот не нашли мы эти сраные фолианты, ты понимаешь? Вот обыскали, казалось бы, все, не нашли. Два фолианта, не нашли гримуар. Я один гримуар нашел чисто случайно. И интереса от этого, ну, нету, понимаешь? Это огромный минус для игрушки. Не просто, это гигантский минус. Невероятный минус. Чудовищный минус. То есть, если по 10-бальной шкале, она 8 теряет, это без шуток, 8 только из-за процесса поиска гримуаров и фолиантов. Это ужасно. Один фолиант, ну что это? Разблокирована профессия, прекрасно. Задание выполнено, бонус быстрой игры, прекрасно, фолиант гримуар по одному. Игральная кость. И какой-то дар Рональда. Что за дар Рональда, непонятно. Ну и ладно. Ух, прям почти по всем этим. Да, да. Хорош. По-моему, впервые у меня нет ни одного кружочка. Так нажми. Все, придется имя русскими буквами писать. Как лошара какой-нибудь. Как мне... а, я знаю как. Тап... ПКМ закрыто. Что закрыто? ПКМ. Что значит закрыто? Кто закрыто? Вот, закрыто. Профиль, наверное, закрыт. Может быть. Все. Голосовать за исключение. Нажимай. Голосовать за исключение. F5 получается. Хорошо. Так, открываем все. Нам не что-нибудь фиолетовое дать. Неинтересно вообще, что там выпадает. Копье. Это я потом осмотрю в снаряжении. Не хочу копье. Хочу вот это ничего. Все, исключили. Мы научились, ребят, исключать. Благо. Блин, это длинный лук. Так, это военная добыча. Есть что здесь интересного нового? Есть в испытаниях, да, что-то. Загубленное искусство. Хорошо. Все. 223. 223 силы у тебя? Да. Ого. А что так много? Как обычно, все влила в прокачку. Вообще ничего не давалось. Конечно, конечно. Ну, просто вот. Две синие шмотки. Ну, синие они не показатель. Они могут и 40 давать синие. Не. Так, силе скавернов, затраты на блок. Эй, ладно, давай тогда так возьмем. Я пистоль не хочу брать. О, ну у меня есть пулемет. Так-то.
73. Ну, мне поинтереснее. Здесь... Ну, давай вот это возьмем, чисто чтобы побольше было. Ну, и здесь, да, конечно. Конечно. Сколько у тебя, ты говоришь? Так, 207 у меня, так... 206. Пусть лучше 206, но с крутым пулеметом. Это хорошо. Так, а если я выберу героя сейчас вот этого, то он будет первый уровень? Нет, он остается 13, кстати. То есть герой определяется именно... Ну, я понял. Я понял. Хорошо. Дает дополнительный щит выносливости какой-то. Бросается вперед, врезаясь противника, отталкивая их. Это больше на стрельбу, на стрелка. Да не в голову. Не, попробую вот на такого, на рыцаря. На рыцаря. Что у тебя есть снаряжение? Ага, я смогу украсть? Да, у того персонажа я могу это забрать. Хорошо, я пулемет заберу. Это заберу. Это заберу. И это заберу. Все, 206 у меня и осталось. Хорошо. Таланты. А, у него другие таланты. Да, таланты. Какая звездная весь ударом в ближнем бою дает вам временное здоровье. Нанесение урона нескольким врагам одним ударом в ближнем бою дает временное здоровье. Исцеление себя. Где лучше вот это? Вот нескольким врагам дает временное здоровье. Это неплохо. Увеличивает силу оглушения. Оглушение противника в ближнем бою увеличивает силу на 15% в течение 10 секунд. Если толкнуть противника, скорость атаки возрастет на 15% в течение 3 секунд. Вот это, по-моему, хорошая тема, потому что это мы толкнем. Щитом будем толкать. Давай попробуем через вот эту вещь. Хорошо. И тогда средство преобразования. О! О! Ничего себе! Видала? Кто откуда у тебя? Я не знаю. Мыслить не знаю. Я не знаю, но у меня есть плюмаж. А нефиг было выпендриваться силой героя. Вот, а вот нефиг было. А вот нефиг было. Да-да. Так. Белого ничего нет. Зеленое разбирается. И синее тоже разберем нафиг. Все. Готово. Поехали дальше. Но перед этим, конечно же, поблагодарим наших дорогих замечательных бустеров. Потому что именно благодаря им-то, собственно, и выходят все видео на канале. Присоединиться к их числу можно по ссылке в описании под любым видосом. Ссылка на бусти. Вступайте в семью, ведь семья — это главное.